входили в камни, слева ли, справа ли, по красивых лайке рассудно корабля, безбежно делая, быцем пушка белая, у классично казачьим вольне. И другие ему тромики плавал черным смокингом, тратят фонты и шмилайнер. Ковид ему голову пришел, что каждый пор нужно вновь любимо привести стать под черной крылом. И снова спасилась белая Мадонна. Может быть, день один не шаганно. Рад нам догадается, из усей застанется стыдно за все ты, каханы. Калим бы ему голову пришло, что кожный город уже давно влюбён, привести стать под черное крыло. И снова спозднилась белая Мадонна. Севастопольцы, 2 года назад, зимой 2016 года, из вашего города стартовал международный проект «Земля Высоцкого». Он проехал по странам Европы, по России, был в Москве, Минске, Варшаве, Праге, Брно, Кошице, Братиславе, Вене, Берлине. И везде, как мы и обещали, мы рассказывали им о том, как чудесны ваши сердца, как любят и чтят здесь память Владимира Семеновича, как поют здесь его песни. И во всех этих залах все это встречалось аплодисментами и передавались вам встречные приветы. И отовсюду мы привезли фразу тех людей, которые с восторгом нас слушали. Мир вашему дому. На братских могилах без камень крестов, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букет цветов и вечный огонь зажигает. Здесь раньше стояла земля над людьми, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. На братских могилах нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, а разве от этого легче? И наш проект «Земля Высоцкого» вдохновил его на его немецкий ответный миротворческий проект. И он решил объединить имя Высоцкого с именем своего соотечественника, знаменитого человека в мире театра, поэта, основателя нового театра Бертольда Брехта. И не случайно, поскольку в нынешнем году мы отпраздновали 200 лет совместной жизни Брехта и Высоцкого, нужно сказать, что Владимир Семенович считал роль в одном спектакле Брехта своей такой же любимой, как и Гамлета. И для этого проекта Бертольд
Бертольд Брехт и Владимир Высоцкий, мы сделали целую программу, и я написала песню, поскольку вы все знаете, что Владимир Семенович написал много песен, не видя войны, не зная ее по сути, но зная ее сердцем, написал много военных песен. Так Бертольд Брехт был изгнанником фашистской Германии и писал очень много антивоенных песен. И сейчас я спою вам свою песню на стихи Бертольда Брехта в переводе на русский. Это песня немецкой матери. Мой сын, я коричневую рубашку подарила тебе и пару сапог. Если б знала я все, что знаю теперь, я б повесилась, видит Бог. Мой сын, я слыхала твой возглас «Хайль!», резкий гортанный крик. Ты шагал послушный солдат. Я не знала, что тот, кто шагает за ним, никогда не придет назад. Мой сын, ты твердил мне о новой стране, не узнать, мол, Германию в ней. Я не знала, что станет Германия грудой золы и кровавых камней. Ты носил коричневую рубашку и был мне дорог. Знала я то, что знаю теперь, я повесилась, видит Бог. Если знала я то, что знаю теперь, если знала я то, что знаю теперь, я повесилась. Добрый вечер, дорогие друзья. Открыли наш концерт наши гости. Город Минск, Республика Беларусь. Ольга Залесская и Алексей Нежелец. А также руководитель международного проекта «Земля Высоцкого» Алексей Голыбин, город Москва. Спасибо. 25 января этого года исполнилось бы 80 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому. 25 января у нас состоялся концерт, который мы сегодня повторяем по многочисленным просьбам, по вашим просьбам. И уже, конечно, за 37 лет мы живем без него. И за это время подросло целое поколение, переступившее порог уже третьего тысячелетия. Что молодые люди знают об этом человеке и кем он был для нас, его современников? Конечно, об этом мы будем сегодня говорить, рассказывать, конечно, читать стихи, петь его песни. Время все ярче высвечивает образ этого поистине народного поэта и певца, замечательного актера театра и кино. И мы приглашаем на сцену солисток Дома офицеров Черноморского флота, вокальное трио «Фантазия» с песней «Марьюшка».
бабушка, сочная, мягкая, без тебя ломается. Thank you.
песней «Звезда». Никто не проник,
Снежинский клей. Когда одиночество комом подкатит под горло, под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, в обрыв упадет. Крик этот о помощи эхо подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих нанесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана изделия, чтоб не был слышен никем громкий топот и храп. Пришли умертвить, обезвучить живое ущелье, и эхо съездали и в рот ему. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали звука, никто не слыхал, никто не слыхал. К утру расцвели притихшие горные, горные эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. Помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик человеческий. Оно отзывалось на крик человеческий. На русском и на французском языке. Mon âme
давно сыграли. Сгорела вода, сло вино в бокале. Минутный порыв говорит роман. И лучше мне молча допить бокал. Thank you.
сегодня живет. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Чем дальше уходит время, тем понятнее становится, что это был великий проект. И каждый пришел к нему по-своему. Случилось так, что я жил и учился в Москве с 61 по 73 год. И где-то в 63-м, в 64-м годах вдруг внезапно по всей стране появились записи с песнями Высоцкого. Это был, никто не знал. Песни были разные, смешные, хулиганские, полуплотные. Потом выяснилось, что это актер театра драмы и комедии на Таганке. А когда в 67-м году вышел фильм «Вертикаль» нашего великого режиссера Станислава Говорухина, все увидели, вся страна увидела Высоцкого, там звучали его песни. Самая из них известная, конечно, «Песня о друге», «Прощание с горами» и прочее. И была там одна песня, военная песня, она еще имела второе название. «Баллада об альпийских стрелках». Эта песня имеет свою историю. 24 августа 1942 года передовые части вермахта возвозили знамена на обеих вершинах Эльбруса. Это были непростые части, это были элитные войска, дивизия «Эдельвейс», укомплектованная в основном альпинистами. Командовал этой дивизией генерал Хуберт Ланц. Начиная с 1936 года, он регулярно посещал Кавказ. Прекрасно говорил по-русски, общался с местными жителями. Поднимался на вершины, изучал перевалы, охотничьи тропы. Знал ли об этом Высоцкий? Я думаю, что знал. Потому что такие совпадения, на мой взгляд, невозможны. Итак, военная песня. Мерцал закат, как сталь клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод зарывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговор вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь. И ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Они помогут нам. Те, кто жили в те времена, прекрасно знают, что были такие организации, как комсомол, партийная организация, профсоюзная. Были парткомы, правкомы, и иногда жены писали жалобы на своих мужей. Уж ты бы, Зина, помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, так я их же и читал. Популярность Высоцкого заключается еще в том, что он прекрасно понимал людей. Летчики думали, что он был летчиком. Моряки думали, что он был моряком. А ветераны Великой Отечественной войны думали, что он воевал. Но он не мог воевать. Ну а сейчас шутка, пародия на плохой детектив. Жизнь.
жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку и преимущественно ночью чем-то щелкал, чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представал черным цветом все, что любим мы и ценим, чем гордиться коллектив. Вот клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микроплеткой, кумством маленькой пестренкой. И вспомнить неприлично, чем предстал театр храм. Но работать бесподручно, может трудно, а может скучно. Враг хитер, враг бутока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Едипана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Едипан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, меры женщины и в пиве он не знал или не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьянки не хотел. Вот вам первое задание. 3:15, вот снимание. Может раньше, а может позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще, оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он. Не хотите ли черешни? Вы ответите, ну, конечно, он вам даст потом взрывчатки, принесете мне потом. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифан, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил, он был чекист майор разведки и прекрасный семьянин. Да, денег штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался пресловутый мистер Бек. Обезврежен он и даже был острижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек. Конечно, Высоцкий любил слово «работа». Он произносил его без всякого актерства. Сам работал с непроподобным напряжением в театре, на съемках, на любых подмостках, а более всего со словом «наедине». И вот он, когда выступал, можно было физически ощутить и другого рода работу. Работу над самим сознанием, над нашим сознанием. Поднять, преодолеть, победить чужую инерцию, раздвинуть горизонт. Это было смыслом его труда. И с первых же шагов в искусстве началось сложное переплетение песен с созданием ролей. Оттолкнувшись от собственной песни, Высоцкий мог вынести какую-то роль. Выходил к целому циклу, множил, варьировал, внёс содержанием спектакля, чтобы потом уйти от него совсем к созданию совершенно самостоятельных ролей в песнях, монологах и в песенных диалогах. Итак, дорогие друзья, Алексей Неживец, прекрасный гитарист, прекрасный аккомпаниатор. Город Минск, Белоруссия. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Я очень рад снова петь для вас на этой замечательной сцене в этом зале Севастополя. Эта ночь для меня вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я впадаю за диск телефона и набираю вечное 07, девушка.
ночь вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? И девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. Дьявол в середине, я завтра улетаю. Вот, лучше ответь, ну здравствуй, это я, телефон. Для меня как икона, телефонная книга «Трептик». Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите, вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное, впереди, поймите, вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что? Опять повреждение на трассе. Что релетом с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. Ну и всем здравствуйте, снова я. Что вам? Нет, уже не нужно. Нужен город Магадан. Не даю вам слова, что звонить не буду снова. Просто думаю один узнать, как он, бедняга, там. Это ночь для меня вне закона, ночи все у меня не для сна. А усну мне приснится Мадонна, на кого-то похожа она. Девушка милая, снова я дома, не могу дождаться, и часы мои стоят. Да, меня, конечно, я, да, я, конечно, дома. Вызывай, отвечайте. Здравствуйте. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников.
Мародеры ищем гон, кричат загонщики, деловые псы. Дорвоты, кровь на снегу, пятно-красное флажко. Кровь на снегу, пятно-красное флажко. Кровь на снегу, пятно-красное флажко. Песня об обиженном времени. Владимира Высоцкого, увешанные медалями, ветераны плакали, а молодые люди были задумчивы и серьезны. Его песни делали и делают для мира и памяти погибших больше, чем фильмы, документы, памятники и официальные речи вместе взятые. На сцене тот еще театр. С отрывком из спектакля «Высоцкий».
фонарь! Разбуди полусон! Предупреди беззаботных, влюбленных, что хорошо будет в мире сожженном лишь мертвеца и еще не рожденных. Нет, звонай не будет. Видно, с колоколенька отпечатает шаги судьба. И чернеют дугли там, где были шумы, там, где топчутся ноги хлеба. Выход один. Беднякам и богатым свет. Это самый бесстрастный, однако. Все мы работаем ликом войны. Может, привычки чуть-чуть изяды. Бей же звонарь! Разбуди полусонно! Предупреди беззаботных, влюбленных, что хорошо будет в мире сожженным лишь мертвецам и еще не рожденным. Не во сне все это близко где-то. Запах тлени, черный дым и гарь. А когда остыла голая пустыня, стан сытым от ужаса звонарь. Всех нас зовут зазывалы из пекла, выпить на празднике пыли и пепла, потанцевать с одноглазым циклопом, понаблюдать за всемирным потопом. Бей же, звонарь! Разбуди полусон, предупреди беззаботных, влюбленных, что хорошо будет в мире сожженным лишь мертвецам и еще нерожденным. Так случилось, мужчины ушли. Мы бросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из полосы зерна, это слезы несжатых полей. И холодные ветры проворот потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спину. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас, и без ваших улыбок бледнеют и сохнут дребины. Мы в высоких живем теремах, хода нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть, белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спину, а потом возвращайтесь скорее, ивы плачут по вас, и без ваших улыбок бледнит и сохнет рябина. Все единую болью болит, и звучит с каждым днем непрестанно вековечный надрыв причитаний. Отголоском старинных молитв мы вас встретим и пишем, и помним, утомленных в лицах, любых, только не пустота похорон и предчувствие их. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, в добрый час, пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вас. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас, и без ваших улыбок бледнеет и сохнет. Этот день будет первым всегда и везде. Час, долгожданный, серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде обещанием помнить и ждать за ручас. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс среди рифов, туманов и льдов. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь упряжки морей. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные эту вечную дань кораблей.
Говорят, будто парусу реквием спят. Черный бриг за пиратство в музее заточен. Бросил в якорь в историю стройный корвет. Многотрубные увольни вышли в почет. Но весь род моряков, сколько есть, до седьмого колена будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей и текла за бортом до бела раскаленная пена и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса земные, а земле, чтобы ждать веселей, будет честно выслать позывные эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих. Все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытия, и вечных иллюзий не строим. Но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем. И на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век, рулевые, вдруг расщедрится серая мгла. На летучем нюансе впервые ради нас запалят факела. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно выслать позывные эту вечную дань кораблей. Чтобы не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход,
еще не смышленый, зеленый, но чуткий под солнцем, уже повернулся верхушкой своей на восход. За нашей спиной в 6:30 остались, я знаю, не только падение заката, но взлет и восход. Два провода голых зубами скрипят, очищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Обратно идет уже поредевшая рота. Не важно, что было, а важен лишь взорванный флот. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлино видеть восход. Души человеческой, и еще есть память. Память пройденных дорог и промчавшихся лет. Наша с вами память. А нашу встречу продолжает, продлевает эту память наши гости из города Ярославля. Вокальный ансамбль «Лодия». Ваши аплодисменты. Сейчас прозвучит старинный духовный стих под названием «Как ходил же грешный человечек». Как ходил же грешный человечек по белому свету, как ходил же грешный человечек. Yeah.
Естественно, в его творчестве очень широкой души, широкого человека, который охватывал своей личностью крайние проявления русской природы, есть самые разные песни. И начнем мы с песни, для которой написал стихи, а музыку написал наш земляк, ярославец Андрей Барбашов. Песня эта называется «Ямщик». Я дышал синевой, белый пар выдыхал. Он летел, становясь облаками. Снег скрипел подо мной, поскрипел, затихал. А сугробы привеч завлекали. И звенела тоска, что без радостной песни поется. А пинщик замерзал той глухой незнакомой степи. Усы пинщика заморозило желтое солнце. И никто не сказал, шевелись, поднимайся, не спи. Заморозило желтое солнце, и никто
не сказал, шевелись, поднимайся, не стыдь. Все стоит на Руси до макушек в снегу, пол скатился, чтобы не провалиться. Сохрани, спаси, дай веселье в бурю, дай не лечь, не уснуть, не забыться. Сохрани, спаси, дай веселье в бурю, дай не лечь, не уснуть, не забыться. Тот ямщик человек развернут, и куда ему деться? Помянул он Христа, а шарепа от заснеженных вёс. Он хлеща лошадей, мог бы идти немного согреться. Но он в доброте и жалел, и бил, и замёрз. Отражение свое увидал в полынье, и взяла меня оторвать с пору. Оборвать тебе, я по грудь во вранье, да и сам ты кто, надо прорвать. Оборвать тебе, я по грудь во вранье, да и сам ты кто, надо прорвать. В июне стонут, поют, тоже предстоит выдержать стужу. А не руки сложа. Пора валить изо рта, эх, душа моя рвется наружу. Выйди вся, схороните, зарежусь, снимите с ножа. Пора валить изо рта, эх, душа моя рвется наружу. Выйди вся, схороните, зарежусь, снимите с ножа. Над страною моей мягко стелет в забой созревает. Эх, ямщик удалой бьет и хлещет коней, а не пьяный ямщик замерзает. Эх, ямщик удалой бьет и хлещет коней, а не пьяный ямщик замерзает. Песня, можно сказать, производственная. Это марш, гимн шахтеров. Сорвана, уложена, сколота!
на виток, то взрыв, то лязг такое. Без гитарии под череп скрылодвойный молоток. Залет корнувой, чтобы полушая, не бойся заблудиться, в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вниз, мелодин на щите. Мы замерли эти лабиринты, взорвана, уложена, золото, черное надежное золото. Взорвана, уложена, золото, черное надежное золото. Безудержная энергия, песни преодоления – это все о Владимире Семеновиче. Но вместе с тем, это человек невероятной лирической красоты, да, человек, обладающий дарованием невероятной лирической красоты. И сейчас мы исполним песню, которая традиционно считается женской песней. Это песня «Беда». Ты несла свою беду по весеннему льду, обломился лед в душа. Вечный срок задержался.
Еще одна прекрасная песня я любви называю. Это песня лирическая.
И в заключение нашего выступления мы споем одну из величайших песен, не побоюсь этого слова, это «Баллада о любви». Поставим свечи в изголовье,
погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосом всегда сливаться в такт, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, лимонаем ту-ту, туфан нам бурун
Сергей Болман, я за Сергей Болман. И я пида, я мы гечмасин. Мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из воды. Я, конечно, вернусь, ведь друзья не мечта. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы сегодня пришли. Я хочу еще раз представить гостей нашего города, которые приехали из дальних стран, из континентальной России. Алексей Нежевец, город Минск, Беларусь. Ольга Залесская, город Минск, Беларусь. Алексей Голыбин, город Москва. Маричек Ротес, Барселона, Испания. Ансамбль «Водья» Ярослав. Владимир Клянов. Дорогие друзья, в этом году Владимиру Семеновичу исполнилось 80 лет. Это год Высоцкого, поэтому мы весь год проводим концерты. В январе был фестиваль, весенний цикл фестиваля. Следующий концерт у нас будет 25 июля, в День памяти Высоцкого. И еще осенью будет несколько концертов в октябре, в Севастополе и в Крыму. Еще раз всех благодарим за то, что вы сегодня пришли в этот уютный зал. Если вам понравился концерт и вы хотите поддержать фестиваль, у нас на выходе там есть такие корзиночки, для денег можно поддержать то, что мы делаем. Есть несколько брошюр, которые мы выпускали первым фестивалем, тоже можно приобрести. Приглашаю вас на июльские концерты. В прошлом году мы 25 июля делали в Херсонесе большой концерт. В этом году, скорее всего, будем делать опять на крейсере «Москва» и, наверное, в Доме офицеров флота. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Великий концерт. Заслуженный работник культуры Людмила Комарова. И народная артистка Александра Сметанина. Спасибо вам.